Так точно, лейтенант. Мы на позиции. Отлично. Ничего не предпринимать до приказа, ясно? Схватим его, как только он высунулся. Так точно, лейтенант. Патруль засек его машину. Что он там делает? Без понятия. Ты же у нас криминалист. Объясни нам, что творится у него в башне. Я не знаю. Однако Итан Марс не подходит под психологический профиль убийцы. Присяжные поймут разницу между твоими теориями и железными фактами. Какая нелегкая ее принесла. Если выйдет Марс, ей крышка. Что делать, лейтенант? Вывести ее? Нет, ждать сигнал. Заходит внутрь. Может, живет там? Ну и ладно. Не будет путаться под ногами, если Марс выйдет. Итан, что стряслось? Там полиция. Они за тобой. Пришли тебя арестовать. Надо найти другой выход. Черт! Что он там делает? Брать по моему сигналу. Они все еще там. Надо найти выход. Я дам отмашку. Будь здесь, Джейн. Не обсуждается. Я иду с вами. Твоим остаться стеречь двери. И пошли! Быстро все вниз! Они в переулке! За ними! Метро!